Великий игрок сборной Испании и Барселоны Андре Синьеста по праву считается одним из величайших игроков в истории мирового футбола. Можно считать, что он стал лучшим благодаря партнерам в полузащите Хави Эрнантесу и Серхио Бускетсу. Он сыграл 131 матч за сборную своей страны, забил победный гол в финале чемпионата мира в 2010 году и выиграл чемпионат Европы в 2008 и в 2012 годах. Выступая на мероприятии в Барселоне, явно взволнованный Иньеста заявил, что планирует заняться тренерской деятельностью. «С выходом на поле покончено. Я не могу оставаться вдали от футбола. Это моя жизнь, и она останется моей жизнью. Да, все эти слезы, которые мы прошли в эти дни, это слезы, эмоции и гордость». Это не слезы печали, это слезы мальчика с маленького городка возле Альбаседы у которого была мечта стать футболистом, и мы добились этого после долгого упорного труда, жертв и стремления. Никогда не сдаваться – это главные ценности в моей жизни. Большую часть своей 22-летней карьеры Иньеста провел в Барселоне после окончания академии клуба «Ла Масия». Он дебютировал за взрослую команду в 2002 году и с тех пор завоевал 29 трофеев, включая 9 титулов Ла Лиги и 4 титула Лиги Чемпионов. Одним из его самых памятных голов стал эффектный гол в компенсированное время в матче Лиги Чемпионов против лондонского Челси в полуфинале 2009 года. А в финале Барселона обыграла Манчестер Юнайтед. В 2018 году Иньеста присоединился к японскому клубу Виссел Кобе, а в 2023 переехал в Объединенные Арабские Эмираты, где играл за профессиональный клуб Эмирейтс. Он занял второе место в конкурсе на золотой мяч в 2010 году и 9 лет подряд с 2009 по 2017 год входил в список FIFA World позже Иньеста расскажет, что незадолго до чемпионата мира 2010 года он боролся с депрессией после смерти своего друга, полузащитника Эспаньола Даниэля Харке. BBC Sport в 2022 году Иньеста сказал, «Было время, когда месяцы были темными после смерти моего друга Даниэля в 2009 году». Но тогда все закончилось поистине волшебным моментом. Я забил победный гол за Испанию в финале чемпионата мира в ЮАР. Вот что я бы сказал всем, кто сейчас переживает трудности. За худшим моментом в жизни может последовать самый важный момент радости. Великий аргентинец Лионель Месси отдал дань уважения своему бывшему партнеру по команде в Барселоне в социальных сетях. Один из самых волшебных партнеров по команде и один из тех, с кем мне больше всего нравилось играть вместе. Андрес Иньеста, мечу будет тебя не хватать, и нам тоже. Желаю тебе всего наилучшего. Ты феномен. Испанский футбольный журналист Гильем Балаге называл Иньесту величайшим игроком в испанском футболе. Выступая в подкасте Футбол Дели Евролиг, он сказал. Его помнят по паре голов. Это финальный гол чемпионата мира и полуфинальный гол против Челси. Но он был поставщиком и делал много волшебных вещей на самом сложном участке поля. Он был гораздо больше, чем просто бомбардиром. Он был в клинической депрессии во время чемпионата мира 2010 года и был одним из первых, кто открыто рассказал о проблемах с психическим здоровьем. Он прекрасный парень, и в Барселоне мечтают, чтобы он когда-нибудь вернулся. Я думаю, он останется в футболе. Если нет, то его будет очень не хватать. Европейский футбольный журналист Мина Рзуки сказал, что Иньеста изменил наше представление о великом игроке. Он сказал, он не был самым быстрым, он не был самым высоким, но скорость его мыслей была как у робота в голове. Все двигалось так быстро в его мозгу, его дриблинг, его перемещение в ограниченном пространстве. Французский футбольный журналист Жульен Лоренц добавил, «С точки зрения контроля мяча, мало кто из игроков лучше Иньесты. За ним приятно наблюдать, а воспоминания о нем останутся в вашей памяти навсегда». Андрес Иньеста играл вместе с Месси, Неймаром, Самуэлем Этоо и Луисом Суаресом которые в 2009 году под руководством Пепа Гвардиолы завоевали Требл, а 6 лет спустя под руководством Луиса Энрике. Он обязательно вернется в Барселону в какой-то момент. Не просто так, а потому что те, кто оказал так много влияния, так или иначе должны быть в Барселоне.